Вы знаете, наши такие непростые дни в Москве. Я Москву знаю очень хорошо. У меня родители, бабушки с дедушкой здесь родились. Разучились дружить с соседями. Разучились ходить друг к другу в гости, смотреть открыто в глаза, рассказывать какие-то вещи. У нас по 5 засовов на квартирах. Но вот Новопеределкино, в этом смысле, какой-то очень интересный район. Здесь умеют дружить, здесь все друг с другом здороваются, здесь люди общаются, помнят какие-то самые яркие моменты, помогают друг другу. И вот этой теплотой, невероятно заразительной, такой честной теплотой, Новопеределкино значительным образом отличается от всех других районов Москвы. Вот когда сюда попадаешь, здесь какая-то невероятная атмосфера, особенно летом, когда люди встречаются, как в Санкт-Петербурге говорят, в колодцах домов, вот вокруг этих больших домов, на скамейках, на детских площадках, гуляют мамочки, встречаются с детьми вместе, обсуждают что-то, какие-то семейные проблемы. И на работе, и дома здесь такая большая семья. Я, конечно же, очень хочу этому району, этим замечательным людям пожелать дальнейшего процветания. Я очень надеюсь, что и молодые депутаты, и люди старшего поколения рука об руку поведут этот район дальше, сделают его еще более благоустроенным, еще более процветающим. Мне, конечно, хочется, чтобы вы были здоровы ваши семьи, чтобы все сложилось у вас хорошо. Этот район достоин в плане замечательных людей, в плане их возможностей, в плане очень больших перспектив. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всего вам самого доброго.